вот такие шпажки, да? Подарочная бумага, корзинки, цветы и конфеты. На этом мастер-классе подарки ко Дню матери создают не дети, а их мамы. Для них это возможность хотя бы на время отвлечься от ежедневных проблем, ведь все они воспитывают детей с ограниченными возможностями. Мы 4 месяца проходили достаточно тяжелое лечение с дочкой в ДРКБ. У нас было, ну, через много чего мы прошли, очень многочисленные операции. И как только увидела сообщение, что сегодня мы собираемся в клубе, я с преогромным удовольствием. Это отвлекает, это общение, это сближает. Вдохновительница мастер-класса Марина Гайнудинова. Благотворительностью занимается уже 12 лет. Полтора года назад организовала клуб «Счастливый час», куда приглашают разных специалистов, врачей, психологов и юристов. Они помогают облегчить жизнь мамам детей с особенностями развития. Мы можем поделиться самыми сокровенными нашими переживаниями, мечтами, конечно же, что у нас детки наконец-то пойдут, заговорят, будут жить, будут дышать. И это то место, которое создала для нас Марина, где мы можем не бояться вообще посмотреть на этот мир. У каждой из этих мам есть одна общая проблема, и это больные детки. Это и что мы решаем вот этим клубом, то, что мы этих мам немножко вытягиваем из этих проблем, мы их сплачиваем, мамочки мои сдружились. Кроме клуба досуга для мам-ребятишек с ограниченными возможностями, Марина также курирует проекты помощи пожилым людям. За время пандемии она развозила еду нуждающимся тем, кто не мог самостоятельно о себе позаботиться. За свою волонтерскую деятельность удостоена памятной медали от президента России. Награду вручили глава Альметьевского района Тимур Нагуманов и министр по делам молодежи Дамир Фатахов. И что в рамках памятной медали «Солидарность» глав организации Российской акционерной общества «Действие» награждается Эссадова Бухова Карикова. Рената Саидгараева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ.